А вечерочка доброго. Здрасте. Привет, Гилфинд. А Меркава здесь. Пытается играть в игру, точнее запустить ее. Я проверял, что она работает час назад. Что она цепляется стримом, все нормально. Но сейчас я ее запускаю. И она говорит, что нет соединения с сервером. Фан. Фан. Сплошной фан. Да. Capcom, please. Я хочу пострелять в динозавров. Пустила. Итак. Единственное, что я сделал, это сделал основные настройки главные. И увидел первые два кадра создания персонажа и нажал Alt-4 утром. Поэтому начинаем на голяк. Люди. О боже, только не технологии. Звучит логично. Это много голубей. Таюшка, привет. Мы только начали. Привет и приветы. Я кандидат, всегда хотел кататься в роботе. Я готов делать это бесплатно. Почему у него винтовка от Заку? Ну ладно, это делали японцы, все нормально. О, это местная Эмбер. Господи, чистый, ничем не прикрытый чиз. Модель костюма японец. Местная Титания. Мой Кьюн Марк 1. Ща будут. Ну только начал. Куда торопиться? Пятница вечер. Я заварил себе хороший чай. Малиновый. Малиновый чай. Пока нам показывают рекламу того, что будет клёво. Так, не надо, я не настолько старый. Зачем меня протоголубем называть? Ура, создание персонажа. О боже. Я, который с 5 утра на ногах и поеду с работы в 10 вечера. Так, у нас здесь пресеты. Держись, Таюшка, держись. Так. Ничего похожего на Гигачеда нету. Ну ладно.
Сейчас что-нибудь быстренько соорудим. Главное, борода, да. Усы и борода. Что это за жижа? Вот так получше. Не, фу. Стоп. У меня нету... А, стоп, есть. Во! Во! Ха-ха! Нормально. Живем. Я знаю, что это не совсем... На мужика прическа, но это самое близкое, что есть. А, правую кнопку нужно нажимать. Просто немного уже радует. Да, Эмма бой. I've got a feelings, feelings deep inside, oh yeah. Макияж. Oh my. Oh my! Давайте без этого обойдемся. Шрамы. Буквально, да, это оно и есть. О, да, что-нибудь такое, отлично. Краска, по-моему, это татуха. Нет, именно краска. Давненько не был на концерте Kiss. Да ладно. Блин, повязку сюда и будет Solid Snake. Так, ладно, это все хрень какая-то. Цвет экзоскелета. О, да. О, это Суичке бы понравилось. Да. На концерт Ghost. У меня это как бы всегда скис ассоциируется. Готово. Погнали. Че, Аркуш, как пережил неделю? Пережил ли ты ее вообще? Говорят, игра начинается довольно медленно. О, какой красавчик. Экзоскелет, надеюсь, да. Меня немножко крипует наш персонаж, когда он так смотрит на меня. Это странно. Ну ладно. Я Левиафан, ваш проводник от... А, а здесь на русском. Окей. Дроны-наблюдатели обеспечат вашу безопасность. Экзоскелет-то именно костюм имеется в виду, скорее всего. Вот эти вот... Приветствую на экзамене... Сами варфреймы, они это... По-моему, статичные раскраски. Но могу ошибаться. Чугур-чугур подключить? Пожалуйста. Да, управление камерой, у меня есть мышь. Теперь и рука. Сюда. Теперь переместитесь в указанное место. Сохраняйте курс, преодолевая препятствия вокруг. Стреляйте в цель. Оу! Есть небольшой виндап. Переместитесь на дорожке справа. После нажатия нажатия на кнопку и стрельбу... А, в АДС нету. То есть АДС — это мгновенная стрельба. Бегите, чтобы быстрее добраться до следующей локации. Санца, на удивление, сразу же приятная. Выставлена один к одному. Хороший знак, молодцы. Поздравляю. Сейчас будет практика в стрельбе боевыми снарядами. Используйте модель снайпер. Для отработки навыков будут цели. Голуби наступают! Вам нравятся динозавры. Каждый экзоскелет от Айбиус уникален. Рейлган, у меня, по-моему, на плече как раз рейлган висит с того, что я видел. Гранатометом. А. Ставлю новые цели. Активируйте подствольный гранатомет против трактора. Мне нравится эта игра, знаете? Появятся чипы изготовления. Мне нравится эта игра, это хорошая игра. Это отличная игра, мне я уже доволен. Изготовленные предметы с чипами изготовления. Установите стену, где указывает экзоскелет.
Стены останавливают вражеские атаки, пропуская смертельные атаки союзников. Ставлю понятно. Новые цели. Экзоскелеты обладают способностью фарса. Поехали! Выпустите кассетный залп снайпера с костью. Экзоскелет через опцию смены экзоскелета. Извините, мне нужно покурить после этого. Смените модель на заслон. Это не рейлган, это была ульта. И да, экзоскелеты можно менять на ходу прямо во время игры. Рейлган на плече, пожалуйста. Мощный плечный лазер, что тебе еще надо от жизни? Меняйте экзоскелет. А, правая кнопка, все. Смените модель на заслон. Заслон оснащен передовым щитом. Хоп. А, смотри, чуть потише, сделаю на секундочку. Суть в чем? Это ПВЕ, ПВП. Основной здесь режим, насколько я понял. То есть, твоя команда вражеская команда. Вы соревнуетесь, то быстрее пройдет через, собственно говоря, этапы. Убивая монстров, то есть соревнуетесь на скорость. И есть ПВПшные прям еще этапы, где вы деретесь друг против друга и с динозаврами одновременно. Привет, Настик, отлично. Я пока очень доволен. Коса, по-моему, это нужно было назвать пиздюлем. Ненавижу голубей. Убить всех голубей. Активируйте способность провокации. А, то ли 4 на 4. Мы посмотрим. Я не знаю, я говорю, я очень мало это смотрел по игре. Скажите мне сегодня, мальчики. О! Да это же Рейнхард. Мяу. Я про цену. Дорого, Аркуш. Фулл прайс. Активируйте провокацию. И она, скорее всего, умрет очень, очень быстро. Потому что маркетинг у нее был плохой. И народ недоволен, что это какая-то фигня от Капкома. Они все ждали Дайна Крайсис. Так что поберегись. Если она вдруг взлетит и будет играть, я тебе даже, может быть, подарю. Как бы. Но пока подожди. Это я раб Капкомов, который должен это покупать каждую их игру, не ты. Активируйте провокацию. Ну, активировал. Используйте щит от раптора. Скажите им не сегодня. Ага. Мальчики. Контратака. Обучение понял. Окончено. Снаряжение дает возможности, лишает проблем. Пушка прекрасно подходит, когда нужен дальнобойный лазер. Ставлю новые цели. Устраните цели при помощи пушки. Точно голуби. О, рейлган. Подберите снаряжение, подходящее для миссии. Смените экзоскелет на знахарь. It, знахарь создан для истинного командного игрока. Этот экзоскелет способен... Какой же ты всратый, о боже. Попробуйте. Парализуйте цели, чтобы остановить. Ха-ха-ха! Ремонтный щит знахаря проецирует луч, исцеляющий и ремонтирующий союзников. Активируйте ремонтный щит. Угу. Он ставится на место. Понял. Используйте питание для ремонта союзника. Он совсем сратый. Доминатор — последнее слово в управлении динозаврами. Доминатор позволяет командовать динозаврами в бою. Установите что? Активируйте доминатор и попытайтесь вызвать карнотавра. Максимально используйте это биологическое оружие и уничтожьте макеты экзоскелета. Да это же идеальная игра, черт подери! Динозаврик, не умирай! Похоже, у вас умение, что надо. Ну ёб вашу мать! Возвращайтесь к месту интервью и ждите инструкций. Я стал большим злым рогатым голубем. Я согласен. Well done. Calculating aptitude test result. Result. Но в конце-то концов большой голубь умер. Так что вроде бы все работает. Я использовал врага
силу врага против него самого. IBS will be assigning you to an extremely safe detachment. Patrol unit number 52585. Codename The Hammerheads. We look forward to seeing you grow with IBS. Мы недовольны. Нас, по сути, по всему, определили в штрафбат. Сейчас дадут черенок от лопаты. Ну все как водится. Здесь будет какой-то сюжет. Я сразу говорю, это игра от Капкома. Сюжет здесь будет как в порнухе. Он есть, чтобы создать какой-то фрейм, и на него обращать внимание не стоит. Настя, ты делаешь меня завидовать. О да, это наш отряд. Bangs boarding house. You want something to do? Go get that suit of ones over. Another year of fixing. Rec-Tec team. Well, I'm too big to dance. Too old to see. Come on. Check me off, Quaker. Absolutely not. What's the matter, Ace? Is circling Leviathan day and night boring you? No, Настя, слишком далеко. Я приехал. Swiss Army knife on the side. If that doesn't make for a great technician, I don't know what does. Patrol. Patrol what? Величество. Come on or off this island in 3 years. Виктория Ивановна Игнатьева. We're assigning you to a new team. Don't think of it as a demotion. Think of it as a... Okay. Leviathan's right there. You think it can see us? Attention crew. Vortex warning from IBS HQ. We're not on dino duty. Не, это не Эмма Гёрл, поверь мне. Vortex hazard level 5. Это чистейший рафинированный томбой. Tails, not our problem. Not our problem. Oh, fucking blasted! Teeth? Sunday, out of curiosity, where is that vortex? У меня есть одно сомнение по поводу спотия на открытом воздухе. Это комары. Окей. И сразу же ночь. Долго ж мы тут ходим. Сбросили балласт. Слушай, это же игра от Капкома. Когда у них был хоть какой-то хороший сюжет? Проводник. Это остров Бекитуа. Но хочу заметить, что команду показали, музыка забавная. Пока вся стилистика и то, что показано, это чистый чиз. Хороший чиз. Не все должно быть реалистично и суперсерьезно. Мы в гребаном мехокостюме сейчас будем стрелять динозавров. Я строго за это. Хорошие новости. Вы получили разрешение участвовать в исследованиях и разработках IBIOS. Ништяк, мужику. Хорошо полежал. Я дам вам выжить, если вы покажете выдающиеся боевые способности. Про вязание мысли, где назвали балластом. А, это? Обязательно. У вас нет пока что, да. Отказаться.
Чилзону играть в карты. И должны подчиняться моим требованиям. Настик описывает свое житье как какой-то рай. Хотеть. Это что за твою мать? Пространственная интеграция. Научный объект «Экзобойцы». Перенос в новую военную игру. What? Добро пожаловать в научный центр. Красиво. Это орбитальный лифт? Рай стоит целое лето работы, почему без их? Зато у тебя есть свой рай. Знаешь, это... Как по мне, того стоит. Да, игра явно точно стартует медленно. Ну ладно, посмотрим мультики. Я сегодня никуда не тороплюсь. Оп, твою мать. Ты кто, твою мать? Да, я хотел бы пострелять. Будьте любезны. Магнум. Так, у нас продолжается тренировка, судя по всему. Окей. Опять иллюминаты, опять инициализация, опять анальный криптоанализатор. Да что ж ты будешь делать? Ага. Команды 5. Вероятно, смерть от сердечного приступа при пересечении этой точки. Следуйте, чтобы получить опыт военной игры. Арков сейчас тебя накидает на идеи, чтобы поработать следующее лето без выходных. Так, отстрел динозавров. Понятно, это зона, в которой мы, собственно говоря, деремся. Отстрел динозавров. Готовлю зону действий. Добавляю новые цели. Уничтожьте рапторов. Так, способности на КД. Окей, понял. Fire in the hole! Пройдите к следующей цели.
Let me fill you in on a neat little trick. You can view mission info by bringing up help navigation. Use this when you're in a pinch. Проект обречен на смерть, абсолютно точно. Игра провалилась еще до того, как она вышла, потому что народ вообще не понял, что это должно быть. И, как ни странно, то, что это не Dino Crisis, но игра с динозаврами от Capcom, подняла такую вой, что да, эта игра обречена абсолютно. Начните бой и уничтожьте Тиранодон. Я с этим даже спорить не буду. Но я хочу пострелять динозавра. Блин, закройся, окошко, мешаешь. Ну да, вот Аркуша дело говорит. Ты рискуешь перегореть, это очень реальная опасность. Всегда нужно отдыхать. Перейдите к следующей цели. Leviathan runs these war games and pulls hundreds, thousands of exofighters from other dimensions right here to beautiful Bikoto Island. And that includes you and me, Hardcase. Я готова на все. Ну. Просто рассчитывай свои силы, Настик. Добавляю новую цель. Уничтожьте трицератопса. Да, он должен быть большим. Очень большой! Ага. Лицо у него неуязвимо. Я подозреваю, что дальше они будут умирать не так просто. Экзобойцы, пройдите к следующей цели. Not sure if you've noticed, but it's the year 2040. We were on Bikoto Island the day the Stratovator came down. Leviathan was operating war games then too. And those war games are run on repeat day after day, so that mugs like you and I can fight in them over and over and over. I'm sure you've got questions, so listen up. We're going to be sent back to our dimensions when this war gets... Посмотрим. You might have seen a corpse on the ground before Leviathan yanked you. Those bones are wrapped around a device. Вот Аешка дело говорит. Молодец, что отказалась. Я уже в своей жизни так поработал и повджабовал, и без отпусков там... Ради великих целей. Необычный образец. Потом 5 лет натуральной депрессии и чуть ли не запоя. Так что нет, не надо. Не делай так с собой. Отдыхать надо. Так, окей. Ага, гражданин Тирекс у нас гораздо более жирный. Почему говорю пойти работать няней? Для меня это слышится как, знаешь, такой чистый ад. Данте Инферно. Упражнение зарегистрировано. Закрываю временный образец.
die. Another dinosaur. That's Hasselhard, guys. Here. Like this. For luck. Эта монетка будет очень важной в сюжете. Она нас спасет от чего-нибудь. А все, его в терминаторы записали. Орбитальный лифт падает. Оу май. Да, хобби, отдых. Если у тебя работа связана с мозговой деятельностью, ищи хобби, которое физику, начинай бегать. Я не знаю, вот что-нибудь такое, с физики на ментальное, с ментального на физику. Это очень помогает. Это было интересно, дети, они меня слушают, поэтому, когда у них будет дневной сон, я буду сидеть и вязать. Так у нас тут просто истинная бабуля! Текила, крем де мон, и мой секрет ингредиент. Scotch bonnet peppers. Okay. I think I got it. Ay. Think. Here we go. One. Two. Three. Four. Just. Yep. I definitely got it. No response on all radio frequencies. Connection to IBS network failed. Ань, там не знаю, швы наложить, проверить там, ничего не задето ли? После бабушки стал дедом, ой, все. Тим родился, а то. What happened to my suit? Так, ты раз пусть скелета слушать, гараж на операционной базе, обращаюсь, пойми, что вы... Отлично, это наш гараж. У меня нет лысины. Команда из пяти красных разрушений быстрее выполнить миссию, сражаясь с динозаврами. С динозаврами впереди главное меню, гражданин динозавр, также... Ага. Друзьями. И лутбоксы. Он, блин, недавно видел. Слышь ты! Подлец! Не было такого. У меня отличные волосы, прямо от маменьки. Вот мой брат, у него, да, он начал лысеть в 25. Ни хрена, у меня такого нет. Не докажешь. Не докажу, но вы должны верить мне на слово. Так, экзоскелеты. О, у нас тут уже есть набор. Так, снайпер мы уже видели. Зефир. Окей. Смотрите, местная Эмбер. Если это не Эмбер местная, то я не знаю, как бы, что это. Ага, уровни. Понял. Модули и прочий ништяк. Лягуха! Лягуха, привет! Лук будет интересно? Так, из танков у нас Рейнхард. Я забыл, как Warframe звался. Кригер.
Оу, май! Большой дядька с большим пулеметом. Ну так, контанк, я подозреваю, что он абсолютно никакой домашки не делает. Но большой пулемет всегда плюс. И японец. Японец считается танком. Хорошо. Так. Хил обыкновенный. Летает с крылышками на жопе. Титания, здравствуйте. Только феечку не превращается. А так, верю. Твою мать. Да фак! Где шарик с музыкой? Ну, здесь не задалось, поэтому ролики, косички, я думаю, есть в какой-нибудь скине за 1000 баксов. Ага. Снаряд, который небольшое ремонтное поле, катапульта, выполняет сильный прыжок. Или пушка. Понятно, модули. Оу, билдостроение, здравствуйте. И каждый набор модулей свой. Стоп, секунду, давайте побольше посмотрим. Так, эмблема, пушка. Так, где скиллсет-то, собственно говоря? Так, персонализация, ладно. Эта игра очень быстро провалится. Она провалится нахрен просто в нулину. Улетит в глубины чертового ада. Почему они не сделали ее фри-ту-плей? Кто мне скажет? Это абсолютно точный фри-ту-плей, как бы, но за full прайс. Капком, в чем ваша проблема? Почему вы такие? Скинчик симпатичный. Надеюсь, выпадет. Система анлоков, я уже вижу, она как в Overwatch первом. То есть у нас здесь эти монетки, блин. Они нам могут выпасть из лутбоксов, а также, когда накопится монеток, можем купить их. Это очевидно. Вендиго? О, темная непонятная мешанина, но я понимаю, шлем это святое. Дюрарун надо пересмотреть, кстати. О. Не, кастомизация вида хорошая, все не... Они переведут ее на фри-ту-плей. Я уверен, они переведут ее на фри-ту-плей. Изначальный прайс это как... первый инжекшн бабок. В течение 3 месяцев, да. Здесь все готово, чтобы перейти на фри-ту-плей, просто вот сходу. Это был изначальный план. Full прайс просто, чтобы дать сразу какой-нибудь премиум и получить немножко бабла. Это скорее универсальные танцы. В течение 3 месяцев. Не думаю, они подождут немножко. Неплохой шафл, кстати. Отличный шафл. Так, это и уникальное, да? Да. Если бы они сразу делали ее фри-ту-плей, было бы все гораздо лучше. Но это капкомы, пути капкомов неисповедимы. О, боже. Так себе. О, стоп. Японец, иди сюда. Японец, хоть сюда. О, боже. Твою мать!
Нет, только не здесь! Пожалуйста! Пожалуйста, вы здесь меня преследуете, ёбаные ика-ики! Сволочь! Аркуш, что он сейчас, наверное, слюнями захлебывается от смеха, видя это. Когда-нибудь... О, боже. Это будет очень популярный скин. А, Battle Pass еще, да, точно. Да, 3 месяца. 3 месяца до фри-ту-плея. Так, давайте посмотрим на скины. Мне аж прям интересно. Это что за... Уэсуги Кеншин? Оу. Она умрет быстрее. Она умрет, ее перекатят во фри-ту-плей, и она живет. Капком попробует ножкой в воды Live Service Gaming. Единственная загадка, почему она сразу не ушла во фри-ту-плей. Это единственная загадка. Они явно планируют ее перевести во фри-ту-плей. Если этого не случится, я буду очень удивлен. Ладно, хватит, я хочу... Карьера, да. Пропуск... Пропуск у нас скины. Эмблемки, танцы и прочая хрень. Ожидаемо. А! Окай, косметос. Лады. Ну что, военная игра. Погнали. Играйте в 2 командах 5 игроков. Команда Железный Назар, ближайшая команда, все миссии. Обиженная бабушка вернулась и будет вести агрессивно сидеть, обижаться. Все, Настик, извини, ты не бабушка. Ты молодой тинейджер, прямо зумер-зумер. Который любит сидеть с детьми и вязать, пока они спят, но все равно. Так, ладно, на чем бы сходить? Или меня прям заставляют? И бабушка, бабка, блядь. То есть я должен сюда пойти, на этой хрени. Или я должен выбрать... Я хочу на Эмбер сходить, к примеру. Могу я на Эмбер сходить? Или на Лягухе? На Иваре. Кстати, ее Иварой зовут. Все, не дуйся, Настик, не дуйся. Кстати, у Ивары что там есть? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Аркуш, смотри, какая пошлятина. Тебе понравится. Я говорю, какая пошлятина. Прям задница пузырем и снайперская винтовка. Откуда же была взята идея? Интересно, у нее при АДСе задница надувается, как у вдовы? Да, 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 Настик, молодец! Лучи поноса в сторону Аркуши! Ладно, поехали. Ничего не изменилось! Я после костыли. Да. Аркуши не напугаешь. Он видел некоторое дерьмо. Временами даже в прямом смысле. Так, ладно, время геймплея.
Интересно, сразу в PvP как бы или... Тут сейчас боты будут. Так, типа первая миссия. Если... Нет, ну скины-то нужно было посмотреть. Скины же это самое важное. И прямо скажем, там есть довольно неплохие скины, скинцы на костюмчики. I'm really sorry if you can hear me. Hey, we hear you, man. What's everyone doing? Экзо-бойцы, приветствую в игре. Я продвинутый искусственный интеллект Левиафан. Мне нужны экзо-бойцы для участия в испытаниях в боях. Все, я отключил войс, только я не знаю, как он включается теперь, но... Бойцы другой команды считаются врагами. Ага, кнопочка В. Побеждает команда, первой достигшая всех целей. Команда-победитель получит право на бонусы. Данные говорят, что в ходе соперничества люди действуют эффективнее. Соревнуйтесь, чтобы победить, выжить и достичь... Это боты. ...результатов в исследовании. Удачи. Hello, guys! Hey. Oh damn, we're all fucking bad. I'm gonna play. I guess I can play tank, or does someone have to play tank? I'm really mind. I'll play anything. Военные игры предоставляют возможности карьеры. I can take tank. I don't matter at all. No, it's cool. I'll take tank. Okay, got it. I guess I'll play Roblox. He's the one I haven't played yet. Я вызвал вас для борьбы с полчищем динозавров. All right, lads, let's go. Динозавры были в военной игре исключительно свирепы. Внимание, в этом задании смерть почти гарантирована. Окей, я могу переключаться с режима стрельбы на... Вам предстоит тестовый поезд динозавров. Твою мать! Как за бойцы, идите за наблюдателем. Мое приключение с... либо дамажу, либо хиляю своей стрельбой. Миссия отстрел динозавров. Let's go, lads. We got this. Woo! Yeah, baby. Let's go. If you need healing, just scream at me. Настик, не дуйся. Right side. Отстрел динозавров завершен. Вы достигаете целей быстрее команды врага. Nice. Миссия отстрел динозавров. Готовы к зону действий. Yeah, it's very fun so far. Yeah, it really reminds me of, you know, like Overwatch 1. Yeah, but I think they switched to free to play in 3 months because, you know. I'm sorry, man, I can't hear you because the game is too loud. I will. Make you a little bit louder later. Eventually, though.
We're doing great. Yep, we're doing great so far. Staying ahead of the enemy team. Блин, открытый voice chat, PvE, PvP, динозавров расстреливаешь, как бы в анимешных костюмах. Great tank support, by the way. Very well played. Very good playing so far. Но за full price, да, full price — это основная ошибка. Если бы они сразу выкатили во фри-ту-плей, сейчас бы половина мира просто бы это... слюнями бы обливала с того, как хорошо сделали. Потому что играется хорошо. Классы, тимплей. Задумка не самая, как бы, распространенная. Nice. Keep on moving. Let's go, go, go. Вы достигаете целей быстрее команды врага. Следуйте за наблюдателем. Переход к следующей миссии. I'm kind of annoyed. I got a legendary skin for you know the Norasame dude, you know the dude within the basket. I got his legendary skin, but I can't use it because I don't have any legendary. Kill him! Oh damn, the Apache can jump. I didn't expect that. Sweet. Следуйте за наблюдателем. Переход к следующей миссии. This is gonna be a, it should be a Triceratops. Yep, it's Triceratops. Come on, let's go. И музыка хороша, кстати. Не, он сильно жирнее, чем то, что было в тренировке. Ладно, не сильно, но жирнее. Sweet! Absolutely gorgeous, boys. Good job. Absolutely gorgeous. Beautiful. Now we gotta go on the objective as soon as possible. Nothing matters, just stay on the objective. Okay. Финальная миссия. Безопасность ключа. Ключ данных переместится и приближение. Сопроводите его к пункту назначения. Ага, то есть в обычном режиме можно просто опоздать. Поздравляю. Теперь. Если ты еще режешь динозавров в этот момент. Выполненная миссия. Лакомство для этого бойца. Предупреждение. Команда врага оказалась в этом измерении. Риск нападения очень велик. Ну чувак, а плохо. Да, спасибо. Я еще косоглазие не выработал. Ну-ка, что у меня за ульта? Дэм! Прогресс сопровождения 20%. This game could become something really great as long as they do it right. Я предоставил доминатор команде врага. You have a dominator. I don't know what this. It transforms them into a dinosaur. You know when they. Oh fuck. That's a dominator. Okay, got it. Ключ данных врага достиг 20%. Призы Тиранодон. Hopefully we get one soon as well. I think they're waiting. Oh, we got Dominator. I'll go for it. I'm going for it. Rush them. I'm gonna go, lads. Good luck. I'm going. Воспользуйтесь этим уникальным ресурсом и победите врагов.
Okay, there, they got this set of post right there or something. I'm gonna fuck them up. Oh no. Oh no. I need help, guys. Thank you. We need to stay near the cube, so it move faster, I believe. Okay, I got two. I delayed them. Keep pushing, lads. Keep pushing. We got it. Nice. We don't have a tank. Don't switch. You can switch in the middle of the game. You just press T. Когда рядом с ключом данных, продолжайте сопровождать ключ данных. Подготовка переноса ключа. I'll switch. Really good, have, oh no. Great job. Вы достигли цели раньше. Nice switch, да. Good job, lads. Ваша команда победила. GG. Вы победили. Woo! Good job, guys. GG. That was fun. Yeah, it was fun. Great game. Чувак вообще на хайпе. Вы и заметьте. То есть, как бы, четыре чувака из моей команды не были с консолей, судя по всему. Ваше назначение бесконечная игра. И только я со Стима. Узнайте свой потенциал в ожесточенном бою с товарищами экзобойцами. То есть, вполне возможно, что плеербаз это пока будет. Мне необходимы очень точные данные боя, чтобы разработать самый оптимальный экзоскелет. Делайте свое дело. Выживите и предоставьте мне данные боя. Но мы с тобой оба знаем, что в процессе угроза растут. Пройдет немножко времени, начнется мета, подхёрт в чате. Военная игра. Покрывание хуями всего, что шевелится. Это же, ну, все так и идет. Сражайтесь для меня.
Узрите лучших экзобойцов в этой военной игре. Я не попал в список самых лучших бойцов в этой игре. Стоп, монетки. Это монетки обычные, то есть скины покупаются просто за монетки, которые ты получаешь за матч. Majesty, can I be of assistance? I just need a circuit jump here. Oh, what? And voila. Not everything can be fixed with robot arm. Oh, Majesty. Majesty, you wound me. Okay, Sandy, open a connection. Connection ready. It's сюжет time. Ah, I got it working. All right. How you doing, mate? Oh, you the rude boy that pulled my pilot's feet out of the fire. Mm-hmm. Tell me, what kind of name is Magnum? Well, let me get out of here. You can ask me mine. Броник, привет, добро пожаловать в чат. А, в чем смысл игры? Две команды. 5 на 5. Убиваешь, каждая команда убивает динозавра и двигается от точки к точке. Кто быстрее заканчивает цепь испытаний, основу которых составляет, собственно говоря, убийство динозавров, тот и победил. Есть PvP-элемент, но он именно в скорости прохождения больше, PvE. Убийство динозавров, чем убийство игроков. Но убивать игроков тоже можно и нужно. То есть это PvE, PvP. Пока довольно весело на самом-то деле. Ну, сейчас был, по сути, наш первый матч. Только поэтому... О, боже! Параллельная вселенная! Magnum, yeah, have you, seen one of me over there? То есть Магнум — это типа мы из параллельной реальности. Ух. Reckon he's a lifty, eh? Now wait a minute, I'm not... Now, listen up, The Viking's got up clumsy in the blender. It's trying to... Тонкий солдатский юморок. So it's pulling any extra fighter in your holder back in time to these bloody war games. Now you win, your fabulous prize is... More bloody war games! Hey! You lose, you die. And your whole crew stuff did. Well, that's not an option. Nah, I reckon it's not. So one way or another. Уважаемые члены команды, пространственная интеграция через 10 минут. See? And soon you're gonna be back in 2040. But remember, you need to keep fighting until we can figure out how to destroy the Viking. Вообще, локализация странная, то есть 50 на 50, как-то это... Что-то переведено, что-то нет. Never heard the chief raise his voice like that. Well, when he spoke about Haruka, it's the chief's sister. She died. I mean, it's in his file. I mean, Sandy has it. She has all our files. Have you not read them? Absolutely not. It is inappropriate to read that. Wait, have you read? Is that my file? Are you reading my file? I would never, just the teeniest... Ace, listen to me, okay? You have to find one of me over there. It's not funny, Ace. Ace, I could be talking to myself. You're doing it now. Персонажи просто квиркованные до предела. Ну, да, это сторимод от Капкома. Я узнаю. Спасибо, понял. Всегда пожалуйста. Я люблю говорить об играх, ты чё спрашивай. Лучше показывать. Data is required in order to
Нет, нет, отстаньте. Спасибо. Так, вот, допустим, я провел матч на мой Кьюн. А, я не добрал второй левел. Прекрасно, отлично. Просто изумительно. И да, вот эти вот монетки, за которые покупаются скины, собственно говоря, они получаются в матчах. А лутбоксик я получил? Я хочу лутбоксик. Дайте мне лутбоксик. Я и лутбоксик не получил. Да что ж ты, сука, будешь делать? Ладно. Так, а что у нас здесь? А, ну, да. Это говорит, что здесь какая-то персонализация здесь. О, боже, да, пожалуйста, эту наклеечку с удовольствием на себя наклею. А на ляжку можно? Нет, на ляжку нельзя. Позор! Позор! Стоп, а может быть там что-то помимо? Ну-ка, талисманчик. Нет. Только наклеечка. Ну-ка, одежка. А, я могу поменять все, что угодно, когда угодно. Понял. Ладно. Не ходим вокруг да около. А, во, можно выбирать. То есть будет ПВЕ, ПВП или не будет ПВП. По сути. Хорошо, там многие жаловались, когда в бетах там был только с ПВП режим. Ну, как вам нужно было в бете это откатать? Не, мы идем с ПВП. Мы идем случайно, пофигу. Финальный 1-2. Да, берем случайность, чтобы получать больше экспы. Да, это я увидел. Так, и здесь я, судя по всему, если не будет доказано обратного, буду приговорен играть на юбочке. То бишь на хиле. Потому что никто не любит брать хилов. Я их понимаю. Но черт подери, я люблю побеждать, поэтому будем брать кого надо. Погнали! Я сказал, погнали! Ладно, ждем, пока загрузится. Какой-нибудь товарищ с картофельной пекой. Или картофельной консолью. Кому как. Не, консоли быстрее грузится. Это... А где ее скачать можно и сколько стоит? У меня Steam казахский. Поэтому там full price, как бы это, по-моему, 22 тысячи тенге. А так она в Steam, если на ПК. На консолях, соответственно, на консолях. Так она строго онлайновая, я не думаю, что на торрентах ты ее найдешь. Привет, морда. Мой тестовый центр. Мне нужны экзобойцы для испытаний в боевых условиях. А, в геймпассе она есть. Точно! Ё-моё, Аркушник, геймпасс есть? Данные боя в предыдущей военной игре. Бульбометр, привет, спасибо, да, я забыл, что она в геймпассе выходила. Да, она в геймпассе есть, то есть это геймпасс и играй сколько хочешь. Особенно того, что в геймпассе там... Так, чё у нас? У нас нет хилов. Давайте на Титане попробуем поиграть. Sup, guys? Я перенесу вас в зону боевых действий. Наслаждайтесь. Аэроволна оказывает поддержку в бою сверху, отрицательно влияя на врагов. Ага, это дебафер. Да, Титане. Перенос завершен. Скоро начнется военная. Так, у нас нет именно хиллера, поэтому да, придется переключаться обратно на... Мой Кьюн. Я, пожалуй, это сразу сделаю. Готовлю зону.
Ничего, я Warframe играл в основном на Октавии, поэтому для меня этот костюм привычен. Совсем не Октавия, но визуально стиль сохранен. А, я могу овер хп давать команде, окей. Будем знать. Оверхил. Вы достигаете цели медленнее команды врага. Ну ё-моё. Переход к следующей миссии. Миссия отстрел динозавров. Мы опаздываем. Стреляем. Больше АУЕ, господа, больше АУЕ. Кого, простите? А, летающие голуби. Голуби налетают. Ништяк, нагнали. Какой же хороший движок запилили Capcom, а? На экране происходит всякая мерзость, а фреймрейт стабильный, хороший. Второй. Left side, guys. Ага, у меня моя ешка работает только на глазе. Окей, буду знать. Вроде впереди. Достигайте целей быстрее команды врага. Переход к следующей миссии. Миссия отстрел динозавров. Готовлю зону действий. Призываю рапторов. Надо вырабатывать косоглазие, чтобы следить за хп союзничков. Давай, вылазь, скотина! Жри! О-о-о! Братишка, живи! А-а-а! Ешка у меня может хилом ауешным быть, если я переключусь. Понял. Осознал. Ай-яй-яй. Отстрел
Вы... Ага, большая скотина, сразу назад заходим, правильно. Ладно, это достаточно сзади. Нет! Самохил вызрастет и висок, это интересная мысль. Давайте, хорошо идем. Блин, случайно мискликнул. Ништяк. Угу. Сейчас начнется финальная миссия. Готовьтесь к путешествию. Будет битва. Будет битва. Побеждает команда, первая добившаяся всех указанных целей. Делайте свое дело и предоставьте мне данные боя. Так. Ага. Это ПВЕшный получается финал у нас. Етическая сила! О! Понял. Я выпускаю копию, потом могу ее на нее телепортироваться. Нас опережают. Следуйте за наблюдателем. Переход к следующей миссии. Реген пассивный. Призыв Тиранодона. Призыв похитца полозавра. Я предоставил доминатор с командиром. Они могут напасть с помощью динозавра. Ауч. Призыв Трицератопса. Окей. Дерьмо вдаряет вентилятор. Да стой на месте! И видишь, пытаюсь тебя стрелять, чтобы вылечить. Держи в пузо! Ауч! Ага, моя ульта хиляет союзников, отбрасывает противников. Чё-то мне жалко динозавров. По мне нет. От них произойдут голуби. Где союзник? Найс. Следуйте за наблюдателем. Переход к следующей миссии. В вашей команде доступен доминатор. Кто-нибудь берите доминатора. Вон нахрен трицератопса, хватит! Остановитесь! О! Сейчас нам, может быть, придут.
Да. Блин, братишка, я пытаюсь тебя похилять, вот честно. Но тебя насадили на рога, я не смогу с этим помочь. Теперь смогу. Держи в бочину. Блин, не то нажал. Извини, братишка, извини, извини, рисую, рисую, рисую. Спасти братишку! Чё, мы победили? Мы победили! Победили. Команда демонстрирует огромный потенциал. До следующего испытательного боя у вас будет время на отдых. Постарайтесь максимально использовать эту невероятную возможность. Good job, guys. Не, это весело. Оно ведь будет становиться сложнее. Всякой хрени будет вылезать больше. Эх, не видать мне МВП. О, мастер-механик. Ей! Мастер-механик всю игру пытался попасть. Это нормально. Ох ты. Прям уровней навалило. Ладно. Есть. В модуле кризиса. Что бы это ни значило. Так, мы просто навалили на лопате тут всего. Оперативная карта. База данных. Получение модулей. С этим разберемся, думаю, без чтения. Как обычно, не разберусь без чтения, но сюжет... прогресс в сюжете, утерянные данные, тайны... Ага. Понял. Это, скорее всего, арт. Да. Это арт и кусочки лора. Так, извиняюсь, стрим еще работает вообще? Да, работает. У меня почему-то превью стрима просто взяло и умерло. Ладно. Это лор. Ага. Ладно, потыкаем, посмотрим. Sandy, love, be a dear and open the file on the Bikotoa incident. Certainly. Этот инцидент, где упал орбитальный лифт, судя по всему. Когда я играл на бабушке, вы, уроды, прыгали и уворачивались, да? Я теперь знаю твою боль. An estimated 215,000 human lives were lost. Ты какой-то биткоин потерял 10% цены за день.
200,000 tons, and the energy released by its impact was equivalent to 20 million tons of dynamite. But according to these logs, the collapse was preceded by a mass dinosaur outbreak. Yes, the very first. And now we know that outbreak was courtesy of Leviathan. There must have been some kind of evacuation effort. Sandy, is there any data on how many people made it off the island? Давайте дослушаем, потом уже я буду стараться этого пока не касаться. Геймплей, мне нужен геймплей. Немного. Correct. IBS records indicate less than 1% of the population survived the incident. And the Leviathans kept the island sealed off ever since. We are the first living people to see the outcome. And is. Mm-hmm. You're telling us you were there in 2040. Physically, you saw the Stratovator collapse. And Leviathan just happens to be running his war games right before worst industrial disaster of our time. Левиафан какую-то херню творит. Just perfect. At least this puts things into perspective. Вообще-то нет, мы до сих пор не знаем, что произошло. Такая себе перспектива. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Окей, все, я понял. Спасибо. Давайте ближе к телу. Итак, я хочу этот скин. 15 тысяч денег. Вендига не хочу. Он мрачный и скучный. Вот на нем есть кошачьи ушки. Я хочу вот это вот. Это симпатично. Так, ладно. Карьера. А, я могу свою карточку бы это игрока. Ну, да. Это стандартный почерк Капкома. Уже. Слушай, цены хотя бы не в 16к тенге. Плюс тут еще за левелапы дают это 1500 монеток там и прочее, прочее. То есть это подфармить можно. Если ты мышь какой-нибудь костюмчик, там, я думаю, довольно реально покупать костюмы. Ну, посмотрим. Так, что если мы возьмем вместо пушки маяк? Мы же хиллер, в конце концов, или как? Модули. Повышает скорость перемещения, если здоровье падает ниже 40%. Звучит полезно. А, это модуль кризиса, это он и есть. То есть я могу его поставить. А, есть слот-специфик модули. И есть универсальный модуль. Скорее всего, цветной это слот-специфик. Да, и серый это универсальный. Все ясно. Ну, давайте откроем, почему нет. Ладно, погнали. Не отходя далеко от кассы. Еще, может быть, кто-нибудь другой возьмет юбочку и получится поиграть в что-нибудь другом. О, мой гад, брат, ты так голоден. Добро пожаловать в военную игру. Я продвинутый искусственный интеллект. Измеряю результаты, полученные в аэропорту. Ваш вклад зарегистрирован для рассмотрения. Угу. Disengage. А, у нас есть хил. Давайте возьмем что-нибудь боевое. Давайте Ивару возьмем. Раз у нас есть хил, давайте на Иваре поиграем.
Ага, выстрел заряжается, понял. Отличного дня. Вам предстоит тестовый бой с динозавром. Побежали. Экзобойцы, идите за наблюдателем. Миссия отстрел динозавров. Готовы к зоне действий. Призываю рапторов. Дабл джамп есть, отлично. О, она еще и простреливает все насквозь. Прекрасно. Я доволен. Призываю раптора. Призываю раптора. Так. У-ху-ху. Вот у нее встроенный рейлган есть. Это приятно. Снайпер как есть. Отстрел динозавра завершен. Вы достигаете целей быстрее команды врага. Переход к следующей миссии. Миссия отстрел динозавра. Готовы к зону действий. Призываю рапторов. Так. Давайте где-нибудь сныкаю здесь. Буду оказывать fire support. Ништяк. Так, большая хреновина. Призыв похитца полозавров. Призываю рапторов. Надеюсь, убил. Нет, но попал. Ага, милишка у нее замораживает. Понял. Отстрел динозавра завершен. Вы достигаете целей быстрее команды врага. Не, ну, в общем-то, окей. Переход к следующей миссии. Миссия отстрел динозавра. Готовлю зону действий. Призыв Тиранодон. А мне и здесь хорошо. Ладно, мне здесь нехорошо. Надо ближе к делу. Ой, его аж это застанило. Ну твою дивизию, ну куда ты полез? Окей. Птичек, птичек убивайте! Найс. Отстрел динозавра завершен. Вы достигаете целей быстрее команды врага. Да, у пацанов там что-то не заладилось. Ну и ладушки, ну и хорошо. Миссия отстрел динозавров. Готовлю зону действий. Призыв трицератопса. Ох ты ж твою мать. Ладно, идем с фланга. Да ладно! А, вот что значит движется. Окей, согласен, движется. И вправду движется, засранец. Есть. Немножко оверкила. Ну ладно. Так, отстаю от братвы. Бегом, 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 бегом. А! Если от бедра стрелять, то это будет СМГ. Ну, вдова натуральная.
Где жердяй? Вот жердяй. О! Понял. Ульта усиливает снайперку, там каждый выстрел просто заряженный, заряженный сильно. Ок. Команда врага начала финальную миссию. Действуйте быстро, чтобы устранить разрыв в эффективности. Да ладно. Как-то не... У них что был до трицерапс, когда мы это заканчивали? Будет битва. Финальная миссия. Безопасность ключа данных. Ключ данных переместится при приближении. Сопроводите его к пункту назначения. Если ключ данных уничтожен, будьте рядом и почините его. Incoming shit! Хорош, давай, давай, держи их, держи, держи. Найс. Ключ данных врага достиг 20%. Мы вообще идем один к одному. Прогресс сопровождения 20%. Вашей команде доступен доминатор. Используйте его, чтобы управлять динозавром и атаковать команду врага. Я предоставил доминатор команде врага. Они могут напасть с помощью динозавра. Почистим маленечко. Ваши союзники нападают рядом с командой врага. Ключ данных врага достиг 40%. Так, мы отстаем. Мы отстаем! Так, ладно, сейчас будем оставать еще больше. Почти убрал его. Есть. А! Пошли вон от моего кубика. Это мой кубик. Я умираю. Under heavy trolling, need assistance. Он сейчас меня поставит на ноги. Там команда противника. Как хорошо, что я снайпер, да? Ау. Гаси их нафиг! Ключ данных врага достиг 80%. Привет, мужики! Как дела? Он чуть поставил. Вот засранец.
Попробуйте атаковать вражеских экзобойцов напрямую. Прогресс сопровождения 80%. Хорошо сбалансированный бой. Какой нахрен хорошо сбалансированный бой? Да, у нас минус 2, отлично. Ауч. Какой-то стан словил. Ой-ой-ой-ой. Да, про кубик я забыл. Ну ладно. Команда врага добилась... Должен же был я проиграть, в конце концов. Нет! Нет! Твою мать! Нехорошо получилось. Узрите лучших экзобойцов в этой военной игре. Урон крупным динозавром. 14-15 тысяч, считай. Окей. Я на первой странице газет. Я доволен. Я был полезен. Ага, больше лора. Так, стоп. Лутбоксик. Давай, анимацию лутбоксика. Да ладно. Анимация так себе, но я получил золотой скинчик. На... Да, на всратого хила. Обмазался динозаврием корпусом. Ну, ладно. Любимого саппорта, на котором я ни разу не играл, да. Очень полезно, спасибо. Спасибо большое. Очень ценю. This transmitter, how does it work? Gee, well, don't ask me. Ace found it, I just turned it on. Somehow. You kid me? This is joke time now. Okay, wait. Wait, let's focus on what we do know. We know it transmits between timelines. So, it has to be tied into Leviathan's programming. That much I know. You brought a piece of Leviathan on board the carrier? You are a maniac. This doesn't look like a piece of Leviathan. It's more like... Но это выглядит как кусок чего-то. Leviathan... Egg. От чего ты это взял? Ладно, это сюжет Капкома. Я не буду... Я не буду задавать вопросы, на которые я не хочу знать ответы. Пофигу, погнали дальше. Я хочу дальше играть. Так, ладно, снайпера мы попробовали. Сейчас будем пробовать что-нибудь еще. Так. Эти замечательные быстрые загрузки. Просто нон-стоп гладят. Вы так мне действительно лысину сделаете. Вы этого и ждете, я знаю, да. Это едва ли угроза.
экзобойцы. Добро пожаловать в военную игру. Я продвинутый искусственный... Скоро быстро не будешь мигать по КД. Вот сволочь! Самые критические удары в предыдущей военной игре. Эти удары требуют таланта и навыков и приносят пользу моему исследованию. Так, у нас есть два дамагера. Как я... А нет, саппорт. Ладно, я возьму танка. Давайте попробуем поиграть на японца. Где лысина? Лысина будет. С каждым оборонительным действием мощь клинков Мурасамы растет. Я перенесу вас в зону боевых действий. Наслаждайтесь. Так, а нет, у нас нету хила. У нас нету хила. И танков нет. Ладно, я буду танком. Перенос совершен. Скоро начнется военная игра. Отличного дня. О, новая карта. Новый биом. Я уже думал, будет только город. Идите за наблюдателем. Миссия отстрел динозавров. Готовлю зону действия. Призываю рапторов. Ага. Да, так вот без хила я, по-моему, откисну очень быстро. Лысина будет абсолютно неотъемлемой частью моего апдейта, который сейчас в работе. Призываю рапторов. Она будет красивой и блестящей. Лысина все же будет. Да, я же говорил, когда объявлял об апдейте вроде бы. Следуйте за наблюдателем. Переход к следующей миссии. На какую кнопку таунт? Предполагаю, что на Е. Готовлю зону действий. Призываю карнотавры. Сейчас будем пробовать. Стоп. Окей. Окей, сейчас затаунчу. Погодите, мужики. Да, я его затаунтил! Успешно! Ауч! Ауч! Найс, затаунтил! Мне понравилось! Спасибо за хил! Хрена себе он лица отрывает! Все, нормально, сейчас все будет. Не, по-моему, это ни хрена не таунт. Стоп, он опять отъехал? Меня аж об стену раз... Прикольно. Да, я сам как-нибудь, спокойно, не волнуйтесь обо мне. Стрел динозавров совершен. Достигайте цели медленнее команды врага. Знаете что, мне не нравится этот хрен, давайте я возьму что-нибудь это... Действительно танкоподобное. Миссия отстрел динозавров. Большой толстый дядька, отлично. Заслон способен блокировать атаки своим щитом. Мужики, бегу, бегу, бегу! Бегу, бегу. Да я знаю, отвали. Вернитесь, иначе вас перенесут.
достигаете цели медленнее команды врага. Мы отстаем! За наблюдателем. Переход к следующей миссии. Миссия «Отстрел динозавров». Готовлю зону действий. Призыв по хицефалозаврам. Призываю рапторов. Понятно, дамаги у нас не будет нынче. Пофигу. Призыв Пиранодон. Призыв Пахицефалозавра. Отстрел динозавра. Они уже трицератопса гасят. Стоп, опять? Следующая миссия. Миссия отстрел динозавров. Готовлю зону действия. Да, мы вообще очень серьезно отстаем. Так, ладно. Мужики, я танкую. Я танканул, мужики. На меня смотреть! Команда врага начала финальную миссию. Уже? Действуйте быстро, чтобы устранить разрыв в эффективности. Мне лицо ломают! На меня смотреть, скотина жирная. Отстрел динозавров завершен. Вы достигаете целей медленнее команды врага. Да мы уже как бы вообще писец как опоздали. Предупреждение. Сейчас начнется финальная миссия. Готовьтесь к путешествию. Будет битва. Побеждает команда, первая добившаяся всех указанных целей. Делайте свое дело и предоставьте мне данные боя. Да-да-да, они уже там все выполнили, пока мы тут загружаемся. Давай, грузи быстрее! Доступен доминатор. Используйте его, чтобы управлять динозавром и атаковать врагов. Призыв Тиранодона. Thank you. Ну, дамага будет сегодня? Вы через щит можете стрелять. Бей их! Это анимация, ё-моё! Это прекрасно! Это просто офигительно! Что происходит, это охрененно. Я умираю. Да, я умираю. Тиммейты говно. Ну, я не вижу, чтобы наносилась дамажка от команды. Прям откровенно говоря. Следующий.
следующей миссии. Но ульта вот этого толстика мне очень понравилась. Прям очень хорошо. Отличная ульта. Ты не пройдешь! Я предоставил доминатор команде врага. Они могут напасть с помощью динозавра. Ох, твою мать! Это анимация сдерживания просто прекрасна! Да, конечно, Аркуш. Матч скоро закончится, судя по всему. Хренов игрок. Да. И долго он будет нас карасить таким образом? Думаю, да, долго. Не, у него таймер закончился наконец-то. А там уже наших грызут. Мы прорвемся. Так, тут еще один тираннозавр. Да, это вообще нехорошо. Ну да. Нас просто разматывают. Бегу! Почему у нас хил один в толпе? На меня, сукины дети! Найс. Не найс. Я не смогу его риснуть. Меня грызу за жопу. Да, меня загрызли. Я просто если отпускаю щит, Аркуш, меня сразу же это... отправляют на небеса. Бегом! Мы еще как-то не проиграли. Каким-то образом мы не проиграли. Мы проиграли. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо.
Не, мы не выиграем. Но мы были близки, на самом деле, к тому, чтобы выиграть. На удивление. Такие образцовые результаты позволяют ускорить сроки разработки. Генерируйте необходимые для меня качественные данные боя. Команда противника достигла цели бы... это... пельмень. Пельмень затащил. Но не нас. Да как победа, если... блин, команда соперника достигла цели раньше, чем вы. Там было сказано натурально. И мы отставали весь матч. Тогда что-то пошло сильно не так. Я не согласен на такую победу. Так, что ты мне в Дискорде кидаешь? Злодейский злодей. Или потому что динозавра большого не вызывали. Да, возможно, это считается. Это надо показать публике. Вы для этого слишком... да! Да, так и есть. Ай, сейчас, секундочку. Где-то у меня тут было что-то такое. Сейчас, секунду. А, ладно, пофигу. Так, Аркуша скинул прекрасную картинку, не могу с ней не поделиться. И ведь хрен поспоришь. Ауф. Прекрасный маркетинг. Capcom USA знает, что нужно публике. Боже, какой идиотизм. Хотя, я не удивлен. А, спасибо, Аркуш. Прямо хорошо, прям понравилось. Так, ну-ка, вот ты, товарищ. Ботан, Луи и Това. Среди них только Ботан умеет стрелять. И умеет стрелять с больших букв. Пойду их стрим смотреть. Предатель. Я на твоем месте тоже пошел их стрим смотреть. Ладно, продолжаем разговор. Давайте еще одну сыграем. И пойду, пожалуй, после этого пить пиво. Не так. Пиво. Да. А завтра днем посмотрим. Завтра будет вообще, как обычно, днем мешанина всего. И в Street Fighter поиграем, может еще в Exo Primal поиграем, потому что мне реально нравится. Веселая игра. Здесь потешно. Вот убить с Аркуши, может быть, постреляем. О, быстрая загрузка. Часовой стрим. Ну, мне чисто промо. Испытаний в боевых условиях в реальном времени. Возможность развития экзобойца.
Атаки в голову наиболее эффективны против Карнотавра. Он быстро настигает любых атакующих. Так, что у нас есть хил? О, я могу взять дамагера. У нас есть танк, у нас есть хил. Отлично. Кого бы из дамагеров попробовать? Давайте возьмем Эмбер местную. Ага, у нас есть снайпер. То есть я буду на АУЕ работать, наверное, да? Да, это гранатомет явный. Все, у нас есть танк и три дамагера. Танк, хил, три дамагера. Просто святая троица. Мы в деле. Я принесу вас в область боевых действий. Всего хорошего. Перенос завершен. Скоро начнется военная игра. Отличного дня. Вам предстоит... Вперед! Экзобойцы, идите за наблюдателем. Миссия отстрел динозавра. Так, я готов. Я не знаю, что... у меня есть граната. Да, это гранатомет. А, отлично. АОЕ дамажка. Нажимаем Ешку, кидаем большую гранату, правильно? Угу. Найс. Окей, просто, но мне нравится. Да, нужно иксом пользоваться почаще. Готовлю зону действий. Ломимся вперед. Давайте, давай, давайте, ребятки. О, это будет сочно. Ху-ху-ху-ху! Ладно, гранатомет не так эффективен, как я хотел бы, чтобы он был эффективен, но... И моя граната, по-моему, не взрывается. Зачем мне такая граната? Найс! Ивара тащит. Ивара натуральным образом тащит сингл-таргет. Что она и должна делать? Единственное, к чему у меня такая вот претензия есть небольшая, то что ульта таки копится долго. Так, я, пожалуй, рапторами займусь, да. Найс. Мы отстаем. Поднажмите. Миссия отстрел динозавра. Готовлю зону действий. Призываю Карнотавра. Какого нахрен Карнотавра? Отставить Карнотавра. Он убегает. Преследуем его. Ой, у нас пацаны встряли. У нас пацаны там встряли. Пацаны, не встревайте, отстаем. Вперед, продвигаемся, продвигаемся, продвигаемся.
Какой же Эджи костюм попался. Попал в него гранатой вроде бы. Ауч! Ауч! Да, мне оторвали лицо. Братишка, спасибо тебе! Спасибо тебе, братишка! Угу. Да ёб твою дивизию! Как же он нас разматывает. Хвост попал. Да ёлкин свет. Так, есть ультан, надо будет ее попробовать. Предупреждение. Сейчас начнется финальная миссия. Давай быстрее, пожалуйста. Будет битва. Побеждает команда, первая добившаяся всех указанных целей. У нас есть небольшой шанс. И предоставьте мне данные боя. Сейчас мы выясним, что делать моя ульта в какой-нибудь большой толпе, потому что я уверен, что будет что-нибудь ауешное. Музыка хороша. В вашей команде доступен доминатор. Используйте его, чтобы управлять динозавром и атаковать врага. Они в пропасть падают! Это лемминги! Спасибо, игра, ты делаешь работу за нас. Стоп, снизу где? Нет, не снизу. Динозавры оказались не снизу, но кто-то должен был проверить. Отстрел динозавров завершен. Следуйте за наблюдателем. Переход к следующему. Одна извилина этот поперек. Да, она еще и гладенькая. Я не могу их бить, я не могу их стукать. Какой ужас. Так, пора. А, что? А, понял. Это было воистину АУЕ. Призыв Тиранодона. Призываю Карнотавра. Призыв похитца Полозавра. Твою мать! Оно здесь! Просто ваншот. А шот ваншот, как он есть. Ивара, Ивара, не отвлекайся, не отвлекайся. На тебе основной дамаг в него. Да ты охренело! Отлично, теперь их двое.
Зоркая лучшая в устранении врагов с безопасного расстояния. Оно бежит на меня! Так. Призыв Пиранодона. Чё это было? Есть. Давай, 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 Варочка! На пару! Нормально! Следуйте за наблюдателем. Переход к... Только они уже последнего лупят. По-моему, мы маленечко просрали все полимеры. Эта потеря достойна сожаления. Попробуй. Чё, меня сожрут сейчас, что ли? Я верю в вас. Обязательно победите. Твою мать! А-а-а! Меня пожирали долгоносики. Surrounded by foes, embrace the blade and triumph. Each dinosaur falls. Узрите лучших экзобойцов в этой войне. Да, меня здесь не будет. Не! На самом деле хорошая игра. Мне нравится. Задумка хороша. Когда перейду в фри-ту-плеерку, уж поиграем, я думаю. Оно стоит того. Так, лутбоксик открыть быстренько. Ну! Чё это? Чё за фигня? Уф. Ладушки. Я пошел отдыхать. Пятница, как-никак, надо это, расслабиться. После недельки. Завтра в 13.00 начинаем стрим. Будем играть во все подряд. Просто сидеть болтать, как обычно. Давайте кого-нибудь быстренько зарейдим, чтобы сделать... О, мы знаем, кого рейдить, господа. Все идем к Азе. Аза рисует. Все под кровать. Давайте. Видите себя хорошо и до завтра. Всем пока. Спасибо, что посидели со мной.